Добрый день, дорогие подписчики! Сегодня у нас в обзоре польская лапша мисо рамен. Такая у нас баночка охеренная. Но это уже не первая наша польская лапша. Вот, так что взрываем. Сейчас ассистентка вскроет и глянем, что у нас там. Нормально, кукурузка, да, походу? Да, кукурузка, все дела. Ну и приправа, собственно, все очень просто. Столового прибора нет. Вообще эти лапши мне очень нравятся. Уже неоднократно говорил, что поляки нормально все делают. Не то, что некоторые фирмы, что, блядь, мне кажется, свиньи жрать не будут. Все, высыпали, заливаем по линию. Надеюсь, вы видите, да, докуда доливать. Все. Теперь закрываем. Вот. И ждем, согласно инструкции. 4 минутки. Хоть написано 3, но подождем 4, чтобы прям насытиться этим вкусом, блядь. Итак, братва, наш мисо заварился, блядь. Сейчас будем вскрывать, значит. Блять, стакан, хочу отметить, хорошо держит тепло. Вообще, в принципе. Фольгу-то нахуй. Вот. Начнем вот с кукурузы и посмотрим, блядь. Заварилось оно. Прошло 4 минуты. Хотя в инструкции 3 написано. Да, достаточно, блядь. 4 минут. Сейчас будем пробовать. Написано в инструкции, что тут перец черный, перец чили, блядь. Короче, какая-то костная мука, блядь, свиньи, потом куриные еще. В общем, тут два мяса-то, по сути, в этом мисосупе. Ну, сейчас будем пробовать. О! Да. Прикольный вкус. Перца особо... Да, чуть-чуть есть, но пока не ощущаю. Короче, сейчас я доем, блядь, и сделаю нормальный обзор, чтобы вы, блядь, там, мракобесов всяких не слушали, блядь. Ну чё, сейчас дохавай, потом вам всё расскажу. Итак, оприходовал я эту баночку. Чё могу сказать? Супчик вкусный, наваристый и пиздатый, блядь, как обычно. Ничего сверхъестественного, перца, кстати, здесь нет, блядь. Хоть написали чили-перец, нихуя он не острый, блядь, обычный черный там плавает. Но вообще никакой остроты, там вначале что-то показалось, видимо, из-за того, что он был горячий, блядь. Так, все там, зелень, блядь, лук у них вообще, блядь, походу не жалеют нихуя, прям такой конкретный, блядь. Вот, еще, блядь. Смотрел недавно обзор, блядь, подобной лапши, как бы, блядь, не мисо было, а какой-то, блядь, хуйню задвигал, что типа, да, это яката хуйня, блядь, я там ем, оно все конченое, блядь, конечно, ебать, блядь, ты делаешь, сука, охуенные блюда с дорогих, блядь, продуктов, а потом ты жрешь, блядь, бич-пакет, ясен хуй, он будет уебищный, блядь, если ты меня смотришь, блядь, засунь свое мнение, понял, блядь, и вы тоже там, нахуй, не смотрите его, блядь, ну, это нахуй, вот, так что, ребята, среди бомжей это нормальная тема, блядь. Если кто-то на работе там ленится, с собой жрать брать или нет возможности. Охуенная штука, блядь. Недорого, блядь, вкусно и, ну, ясное дело, что не сильно там полезная, блядь. Но перехватить можно без последствий, блядь. Без изжоги, что, без всякой хуйни. Это как наши, он там, ебать. Как дракон, блядь, сука, изжога, блядь, шоколы небудь, блядь. Ладно, блядь. Чё? Да ничего, блядь. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, не слушайте всяких уебанов. До скорых встреч!